в руках стрелы, лук. Я, конечно, говорю сразу, я не ворошиловский стрелок, поэтому стрелять мы не будем сегодня. Но я бы хотел, чтобы мы сегодня посмотрели это место безопасности. Возрадовалось сердце мое, возвеселилась душа моя, когда мне сказали, пойдем в дом Господень. Но я хочу сказать, что Дух Святой, сегодня у нас молитвенное служение, и очень важно, когда мы впереди ставим Слово Божие. Я просто верю, что Господь через эту проповедь короткую что-то хочет важное сказать твоему сердцу. Поэтому, пожалуйста, будь очень внимательным. Апостол Павел, заключав все свое послание, который написал к ефесянам, вы слушайте, пришло время вам не хромать оба колена, пришло время вам не играть в церковные прятки или игры, пришло время сформироваться и быть мужьями, аминь, быть воинами Иисуса Христа. Для сего он говорит, давайте посмотрим Ефесянам 6:16, он говорит, что апаче всего, то есть особенно всего, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Я благодарю Господа, что Бог дал мне время. И мы говорили о первой стреле, это стрела лжи, которая преследует многих-многих христиан. Дьявол нас не поражает стрелой блуда, разврата, пьянства. Слушайте, но, святые на это дело не пойдут, но я буду поражать их другими вещами. Кажется, на первый взгляд, ничего не знающие. Но вы знаете, к великому сожалению, они могут привести человека в ад. Итак, первая стрела, о которой мы говорили, это стрела лжи. И мудрый Соломон сказал, что кто говорит ложь, тот что, не спасется. И можно сказать, Господь, почему нету помазания? Почему, как говорил Сидекия, который на нем был Дух Святой, который был в команде пророков одно время. Но после, когда большинства, много стало 400 человек, других остался один, вы знаете, Михея, думает, с кем же пойти? Пойти туда невыгодно, пойду за большинством, там бесплатный хлеб, и пошел туда. И потом пришел и сказал, слушайте, у меня нет тоже помазания. На мне Дух Божий, неужели я говорю ложь? И тогда Михей сказал, а теперь послушай, я вижу небо открытое, я видел видение всемогущего, и поэтому на тебя сошел другой дух. Как? И он сказал, по какой дороге отошел от меня Дух Господень? По какой дороге? И хочу сказать, по дороге лжи. Аминь. Когда говоришь там неправду, и там неправду, и там, и потом приходит время, когда совращайся. Поэтому всегда и ближнему всем говори истину. Аминь. Будь благословен. Вторая стрела, о которой мы с вами говорили, это стрела гнева. Когда мы гневаемся, и к великому сожалению, вы знаете, но Библия подчеркивает, что это бывает у человеков, даже Божьих, но любой человек, какой бы он ни был, если он гневается, моя Библия говорит, что гнев человека, большого или малого, знающего или ничего не знающего, не творит правды, и что? Боже, поэтому гневаясь, не согрешайте. Поэтому вторая стрела, это стрела гнева. И дьявол нацелился, некоторых поражает. Кажется, нормально, хорошо, брат, по головке гладишь, но наступи на мозоль, и вдруг прорвало его. Вы знаете, я хочу сказать, моя Библия говорит так, что если ненависть твоя скрывается наедине, то злоба твоя откроется в чем? Народным. Как бы ты ни таился, но приходит время пробуждения. Аминь. И когда так Бог попустит, и ты засветишься. И когда кто-то тебе наступит на мозоль, вдруг ты взорвался, как закричал, и сказал, вот это брат, вау, вот это сестра, вроде как овечка, но это под этими овечками такие клыки большие. Поэтому лучше сегодня покаяться, освободиться, быть настоящим христианином с большой буквы. И весь народ скажет аминь. Итак, третья стрела, это стрела сомнения, где дьявол поражает нас. Кажется, Господь вот хотел взять, но усомнился. И, возможно, ты уже идешь по воде за обетованием Божьим, но посмотрел налево, направо и стал тонуть. Зачем ты усомнился? И именно третья стрела, это когда дьявол стреляет с сомнениями. Четвертая стрела, это стрела ропота. Ропотники Царства Божия что? Не наследуют. Поэтому мы должны из терпения переходить не в ропот, а из терпения переходить в долготерпение. Весь народ скажет аминь. Итак, сегодня пятая стрела. Я знаю, Господь мне просто показал пять стрел. Я знаю, что епископ Сердиченко знает гораздо больше. Это Божье сокровище. Поэтому, Петр Иванович, мы всегда рады вас слышать и видеть. Поэтому, друзья, пять стрел. Сегодня пятая стрела – это раскаленная стрела. Раскаленная. И она прожигает все ламиды. Она прожигает броню твою. Даже щит, если он не сильный щит веры, вы знаете, может сделать проблему. Поэтому сегодня мы поговорим о раскаленная стрела лукава, которое имя есть зависть. Я уже сказал, вы знаете,
Дьявол нас поражает малыми грехами, малыми вещами. И что говорит относительно Библия, относительно этой раскаленной страны? Почему она очень опасна? Почему она раскалена? Говорит ли кто? Говори как? Слово Божие. Я хочу, чтобы сегодня говорило Слово Божие. Итак, мы открываем место Священное Писание, притчи Соломона, 24 глава, 19 и 20 стихи. И мы с вами читаем. «Негодуй на злодеев, и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, и светильник нечестивых угаснет». Вот такое слово говорит прекрасно мудрый Соломон, что, послушай, негодуй, не завидуй одним словом нечестивым. Почему? Потому что их светильник тухнет. Мы живем в этом мире. Знаете, это была ошибка Сафа. Он говорит, слушайте, там такие крутые ребята, на таких мерседесах ездят, такие дома крутые, все есть, деньги, на работах их не видят, спят до 3 часов эти дня, и тогда же их нету, Господь, я же пошусь, молюсь, живу чисто и честно, Господь, зарабатываю собственными руками, ну почему же птица не прилетела в мой огород, ну почему, Господь, то я не получил, почему они без страха утащат, видать, Асава достала это, говорит, Господь, не напрасно ли я умываю руки, очищаю сердце, Господь, я же искренне хожу, ты знаешь, не граблю, не ворую, Господь, не занимаюсь грехами, почему, Господь, вы именно, я не получаю того, что получать нечестиво, вот, я едва ли не поскользнулся. И вот пришел во святилище. Listen up. Я просто верю, что сегодня в этот вечер на этом месте будет святилище Божие. Аминь. Аллилуйя. Поэтому если вопрос тупиковый, который в твоей жизни, ты не понимаешь. Господь сказал, что я делаю, ты не знаешь, но разумеешь после. Возможно, сегодня после пришло в этот день. Сегодня день благоприятный. Сегодня день спасения. Сегодня Бог хочет открыть твой ум к разуму Писания, чтобы ты явно увидел, как увидел Сав. Вот я вошел в святилище и уразумел, Господь, на скользких путях ты поставил их. Светильники подумают, они здесь, цари, священники, но Господь, ихнее место не там, ихнее место здесь. Поэтому, друзья, знаете, иногда Бог нас переводит. Мы теряем здесь все. Кажется, Господь, когда такие хромыны, вдруг все потеряли. Зира, почему? А будет, подожди, remember, ты здесь странник и пришелец. Ваше жительство где? О, Господь, хочется, ну и там, и здесь. Увы, такого не бывает. Аминь. Поэтому, значит, наше жительство на небесах. Бог нам приготовил. Поэтому Асав, вот я позавидовал. Братья, вот мой грех. Мое око стало немножко завистливо, я чуть не поскользнулся. Почему человека падение? Почему человек терпит крах? Потому что, друзья, Христос сказал очень хорошую математику. Если зрение или глаз твой чистый, то все и тело. Проблема, вы знаете, в нашем зрении. Когда я посмотрел не туда, куда нужно, и так дальше, как Давид, когда нужно было выходить на походы, когда нужно было завоевать города, когда нужно действительно было брать рабов в рабство и учить их о том, что Бог есть Израилева, один Бог, и можно было научить их и сделать их прекрасными, добрыми рабами, как сделал это его сын Соломон. Он взял этих рабов, научил, наставил их, и поэтому царица Саска пришла, слушай, блаженные слуги, ходящие пред тобою, и слушающие, почему? Он их обратил в иудейство, он их обратил к Богу Израилю, и можно было это Давиду делать, но, вы знаете, расслабился. Today is my old day, сказал он, и ходил, и его глаза были не на Господа, куда? В другое место, и фал дан, и упал, и спотыкнулся. И после, Господь, я лукавый садил пред очами. Но он мог грешить, но мог и каяться. Он мог каяться, потому если ты согрешил, сегодня покайся. Аминь. Аллилуйя. Поэтому, друзья, я бы хотел, чтобы мы сегодня посмотрели еще место Священного Писания. Екклезиаста 4.4. Я видел также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. Вот откуда приходит корень всех, знаете, проблем. Когда человека Бог в бизнесе благословляет, когда успех, когда благословение, вот отсюда появляется завистливое око. Вау, слушай, я пошу. А почему он так? А потому что он молился. Ты вкладывал, ты где-то поступал по плоти. Но вы знаете, человек молился, Господь, дай мне доброму откровению и ведению, научи меня. И Бог стал учить его. Step to step молитву насадил. Он стал вкладывать деньги туда, откуда приходит благословение. Не просто куда-нибудь, но в те проекты, которые Бог благословляет. Друзья, хочешь иметь благословение? Начни вкладывать в дело Божие. Аминь. Там, где евангелизация, там, где дело Божие. Господь там оставил. Просто надо между строчек научиться, чтобы Дух Святой тебе показывал, куда нужно влаживать. И Христос сказал, что я был где? В темнице. И вы что? Господь, извини, я никогда там не был. А еще? Да, когда мы видели тебя там, Господь. Говорит, подожди, я тебе что-то покажу. Помнишь, был материальный сбор? Да.
И на тюремные служения собирали, помнишь, да? Поэтому ты не был, ну твои средства были там, аминь. Ты сделал для меня. Ты сам физически не был, но твои средства были там. Ты не был в больнице, но вы знаете, твои средства, кому-то купили передачку, кому-то купили так дальше. То есть это сделано для меня так, как вы сделали дому замешанных, сделали кому? Мне. Поэтому, пожалуйста, в нужды святых будем принимать активное участие. И церковь пробуждения скажет... Аминь. Да будет так. Итак, друзья, я бы хотел, чтобы мы очень дальше пошли внимательно и посмотрели. Иаков, вы знаете, пишет такое слово. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Иакова 3 глава, 16 стих. Там, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Я хочу сказать, когда мы смотрим послание Галатам, дела плоти. Вы знаете, смесью с завистью, это такая сестра, где такие ужасные подруги. И мы смотрим там и ненависть, и пьянство, и блуд, и нечистота. Ты же, слушай, я никогда на блуд не пойду, на пьянку, то дальше. Но если в твоем сердце, Иаков пишет такое интересное слово, зависть и сварливость, там неустройство и все что худое. Поэтому не важно, чтобы ты какие-то большие вещи имел, но достаточно, зачем ты, Анания, допустил сатане вложить что? Худую мысль. Поэтому послушай, брат, сестра, может сегодня дьявол положил эту худую мысль, не блуд, не чиста, не пьянство, нет, нет, нет. Об этом не должен миноваться у святых, но зависть положил. И все, вы знаете, она пришла, твоя зависть, это сердце, она уже стала частью твоей. И поэтому, когда ты увидишь, что какие-то вещи, о, нет, нет, не могу, почему? О, потому что этого человека Бог благословил, а почему не меня? И таким образом ты косвенно говоришь протест Богу, аминь. Протест Богу. Поэтому Господь в ее руке жизнь и дыхание. Поэтому, друзья, есть много примеров. Каин и Авель, два брата, произошло огорчение, убийство. И моя Библия говорит так, что за что убил Каин своего брата Авеля? За что? И Библия говорит, что по зависти. Он позавидовал, и его жертву принял, а нет, и вот горькая зависть. И поэтому, где зависть, сварливость, там неустройство, и все худое, и оно привело. Понтий Пилат был мудрый человек, и потому знал, что Иисус Христос был отдан в руки по зависти. По зависти. Почему? Потому что он творил чудеса, знамения. Потому что весь мир пошел за ним. И это была горькая зависть. И эта зависть привела к трагедии. Иосифа. Родные братья продали за серебряники. Но мотивация была немножко другая. Какая? Библия нам открывает. По зависти. Поэтому, друзья, очень важно, когда, знаете, в жизни человек идет на компромисс, даже на предательство. Я как-то читал, говорю, Господь, да как это нелепость, как это написано, что будет брат брата предавать. Какой криминал, Господь? Одна, где зависть и сварливость, там неустройство и все что? Худое. Этот человек лучше, он может, и поэтому, знаете, просто так сказал словечко, это слово. А потом я пошутил, эта шутка приведет к очень плохим последствиям. Поэтому, друзья, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Апостол Павел открывает нам эту вещь и говорит, что вы жили некогда в злобе, были гнусны, ненавидели друг друга. Титу 3.3. Было время, когда мы с вами жили в этой платформе. Мы были безбожниками в мире. Вы знаете, эта зависть, она была рулем. И куда кручу, туда и ворочу, знаете, нас она водила. Зависть. Почему этого человека нет? И сегодня, к великому сожалению, этот мир, он двигается завистью. Сегодня гонка моды. О, сегодня нужно покупать эту одежду. Почему? Потому что мода диктует свои условия. И человек палит, последние деньги собрал, запалил, все, купил. Ва, у меня есть. Вы знаете, он сегодня радует только один день. А завтра мода меняется. Вот слушайте, извини, пожалуйста, это this is thrown the garbage. Оно уже все, бабай. Я заплатил большие деньги, еще кредитку заплатил. Это твои проблемы, пойти. Кто next? И так дальше, другую вещь. И знаете, и мы бегаем, как перекати поле, туда и сюда. Поэтому очень важно, друзья. Апостол Павел, я заклинаю вас, умоляю, чтобы вы не поступали, как прочие люди, по суетности ума своего. Мы не должны гоняться за этим миром. Аминь. А мы должны идти за нашим Господом. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь. Поэтому угождать Ему, служить, и не важно, какая одежда на тебе. Бог смотрит не на то, что на тебе, а то, что в тебе. Аминь. Ему нужно чистое сердце. И чистым сердцем Бога узреть. Вот это очень важно, главное, друзья, для каждого из нас. Поэтому, друзья, если у нас в сердце будет горькая зависть,
придет проблема. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели с вами место Священного Писания Римлянам, 1 глава, 28 и 29 стихи. Послушай, что написано. «И как они, люди, не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Делать непотребство. И там среди этого багажа нехорошего там написано, они исполнены Духа Святого или чем? Зависти. Поэтому одни сегодня исполняются Духом Святым, песня пением, славословит, а другие исполняются что? Зависти. Вот это да. Слушай, у меня такого нету, а у них есть. И начинает тебя все. И не можешь успокоенно уснуть. И так дальше. Вот эти большие проблемы приходят в твою жизнь. Поэтому, друзья, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Еще раз послушай. Где зависть, а маленькая, вот это и маленькая. Знаете, там неустройство и все худо. Поэтому дьявол сегодня некоторых людей поражает этой стрелой. Это зависть. И поэтому, когда ты не пободрствовал, когда Анания, вы знаете, открыл сердце, и потом Петр сказал, слушай, зачем? Ну зачем ты допустил сатане вложить худую мысль, прострелить тебя? Надо было закрыть, не принимать. И когда он принял, вы знаете, решение, проблема и урон, и крах в его жизни и судьбе. Апостол Павел со слезами на глазах, обращаясь к нам святым, которых кровь омыла, очистила, осветила, говорит такое слово предупреждения. Он говорит, итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, ни сладострастью, ни распутству, ни ссорам, ни... Вы знаете, вот возьмите правильно, среди такого нехорошего багажа мы смотрим, что, знаете, объедение, пирование, пьянство, сладострастие, распутство, ссором, и среди них стоит зависть. Я с ними вместе. Поэтому, друзья, очень важно, эта сестра, зависть, она познакомит тебя и со сладострастью, и с пьянством, и распутством, и так дальше. Поэтому, когда приходит зависть, когда приходит что-то такое, поэтому... Не принимай. Закрой сердце. Скажи, во имя Христа я не буду. Я возьму себе щит. Щит веры. И этим щитом я буду угашать все раскаленные стрелы дьявола. И одна из этих стрел – это зависть. Нет, я не буду принимать. Господь, я знаю, что 12 часов пробьет в моей жизни. Я знаю, что колоколы удачи придут в мою судьбу. Я знаю, ты не спишь и не дремлешь. Я знаю, что ты благословит. Мое время придет. Смиритесь под крепкую руку Божию. И Бог вознесет вас в свое время. Аминь. Не сегодня, не завтра, но Бог есть свое время, это триумф будет, когда Бог тебе поможет, когда ты пойдешь как великий герой веры, но не сейчас. Не смотри, что Бог благословит сегодня брата, это его сегодня время, завтра будет другое время, но у каждого будет свое время, аминь. Поэтому, когда ты открываешь и завидуешь, ва, у него есть, у меня нету, и начинаешь ропот происходить, негодование происходит, и это косвенно на Бога. Господь, почему ты несправедливый, ты благословил его, но не меня, а Бог все делает правильно, аминь, он делает хорошо. Обязательно и твое благословение, но придет свой час. Поэтому, друзья, очень опасно. Апостол Павел, удалите это. Уберите это, горький корень. Поэтому сегодня, братья и сестра, мы говорим сегодня открытым текстом, без всяких зашифровок. Если в своем сердце сегодня это зависть горькая, и ты сможешь, Господь, интересно, у этого человека есть, у меня нету. Мы сегодня живем в такое время, когда экономика падает. У кого-то есть работа, а у меня этого нету. Господь, я вроде и пощусь, и молюсь, и все это делаю. Этот человек, кажется, знаете, так полухристианин, полутепленький, а у него есть и это, и крутая машина, и так дальше, и дом уже купил, и так дальше, начинает что-то. Господь, ну как Асав, ну почему, Господь, я? Ну почему? Ну ты не знаешь, что Бог тебе приготовил благословение, Авоча. Вы знаете, Бог уже приготовил тебе что-то, но оно придет. И если оно замедлит, говорит пророк, жди, непременно исполнится. Но не будь как лошак несмысленный, не будь как тот Саул, которому было сказано, жди, жди еще, но он не дождался, пошел, поджег. И пришел пророк и говорит, так говорит Господь, еще just 5 минут, еще только 5 минут, и Бог бы твое царство утвердил, и ты бы умер, прекрасный, чудесный, знаете, сделал завещание, знаете, насытился этими днями и вошел, как великий герой веры. Ты бы вошел на страницу Священного Писания, и тебе бы пели, и после смерти вспоминали великий Саул, он что-то сделал. Но вы знаете, не дождался. И когда пришло время, вот извини, это возьмется и дастся
другому. И как только Самуил произнес пророческие слова, у этого человека вот то, что было в сердце, зависть, она сверлилась. И он упал к ногам и разорвал калошу. Слушай, почти меня перед старейшими. Да я бы упал на колени и сказал, помилуй меня, помолись, походатайствовал. Причем здесь слава, причем здесь старейшины? Ты перед Господом guilty, виновен. Ничего подобного. Мне старейшины, чтобы не сказали и так дальше, почти меня. Другая мотивация. Другая мотивация. У Давида не так было. Он согрешил, лукавый содел пред очами. Братья и сестры, всем, всему Израилю говорит. Люди, слушай, Давид, а ты что распинаешь, унижаешь сам себя? Почему? Я буду делать с радостью. Бог презрит на смирение раба. Я согрешил, и я могу покаяться. И Бог говорит, слушай, вот такие мне люди нравятся. Человек по сердцу. Нет лукавства. Есть открытость, прозрачность, искренность. Аминь. Богу такие люди нравятся. Давайте посмотрим, что говорит мудрый человек Иаков 3:13-14. Мудрый и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, какая? Бесовска. Поэтому, друзья, сегодня тест. Если в том сердце, вы знаете, это мудрость, сходящая свыше, она чиста, мирна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. И плод правды в мире сеется у того, кто только хранит мир. Поэтому, если в твоем сердце горькая зависть, это опасно. Вы знаете, мы славяне, у нас такая душа. Мы говорим, о, с плачущим мы что делаем? Плачем. Мы можем плакать. Это хорошо, нормально. Вы знаете, когда мы приходим на похороны, и какие-нибудь вещи, кто-то прослезился, и мы плачем. Почему? Потому что наша душа, вот такая славянская душа. Мы можем поплакать и так дальше. И недаром у нас существуют на похоронах дарить носовые платки. Это традиция, не знаю, кто-то придумал. Знаете, ну дарят платки, чтобы плакать. Поэтому блаженны плачущие не утешатся. Мы учились плакать, это нормально, это хорошо. И Христос сказал, плачь о себе и о детях ваших, это нормально. Блаженны плачущие, они утешатся. Мы знаем наизусть эти вещи, мы стоим вот в этой колее. Ну послушай, это не заканчивается. Не будь побежден злом, но побеждай, контраудар наноси. Каким образом? С радующим что? А здесь проблема. Я открыто говорю сегодня. Проблема. С плачущим не могу плакать. А вот с радующим порадоваться. Когда человек выиграл лотерею, когда у него есть хорошая машина, когда Бог его благословил, когда успех, когда, знаете, и так дальше и тому подобное, когда особенно верующие люди, когда его сын принимает водное крещение, дочка, знаете, он говорит, слава Богу, все мы дети служат Богу. А у тебя что-то не так. Какие-то проколы. Что ты делаешь? И тогда проверь, творяться. Слава Господу, Господь, благодарю Тебя, спасибо Тебе, спасибо Тебе за это, за эту семью, слава Тебе, Ты радуйся. Или что-то другое. Ничего, ничего, еще будет. Это как, знаете, как некоторые, маленькие дети приходят, поют, есть такие огнетушители. Поют дети, выходят, поют вся семья маленькие. Вот мои дети служат Богу, аллилуйя. Подожди, браток, подожди. Вот вырастут немножко, вот посмотришь, что он будет. И начинает тушить. Дайте $20 этому человеку, проводите его с миром Божьим. Это огнетушитель. Это огнетушитель. Поэтому я и весь мой дом, мы будем служить Господу. Весь народ скажет аминь. Поэтому очень важно, научись радоваться. Не важно, что бы ни случилось, научись радоваться, благодарить. Господь, спасибо Тебе. Даже если ты поехал на рыбалку, у своего брата клюет, у тебя нет. Господь, благодарю Тебя, Господь. Славлю, я благословляю Тебя. Я радуюсь искренне. Вот тебе еще моя удочка дай. Он поделится. Разделись голодным душой. Но когда ты завидуешь, и что-то начинает делать, волны делать, или так дальше, или еще что-нибудь. Значит, зависть пришла. Это очень опасно. Где зависть и сварили вас там неустройство, и все худое. Друзья, вот это опасные вещи. И поэтому, что происходит? Завистливое око. О, и поэтому, Господь, я хочу видеть тебя. Ты не можешь видеть, у тебя зрение брок. У тебя зрение неправильно. Поэтому тебе нужно пройти и провериться. И поэтому Бог, когда всегда призывал на служение, Еремия, вот я, Господь, ты готов служить? Yes, Lord. Пойти, что ты видишь? Господь, да при чем? Я пойду. Подожди, подожди. Мне нужно, чтобы ты своих не перепутал. Что ты видишь, Еремия? Господь, да при чем здесь? Но. Я хочу проверить твое зрение. А мы у тебя завистливо око. Господь, я вижу жезл миндального света. Правильно ты видишь. Господь, что ты видишь, Еремия? О, Господь, я вижу именно две корзины прекрасных свежих плодов. И можно было сказать, Господь, слава тебе, этот человек прекрасно много принес плода. Аминь.
Так наш interpretation бы сказал. Но говорит, а ты теперь посмотри, что ты видишь. А я теперь вижу revelation. Я вижу откровение. И Бог говорит, правильно ты видишь. Это приспел конец, что? Нечестью. Не буду больше миловать. У Бога немножко по-другому. Поэтому Бог всегда проверяет зрение. Валаам! Я, Господь! Что ты видишь, Валаам? Господь, я вижу Господа. Я вижу то, другое, третье. Валаам, какое твое зрение? Что ты видишь? Я вижу эту ослицу и начинаю бить его. Валаам, что ты видишь? Господь, ослица. Плохо ты видишь. Как-то Сердиченко, пастор, сказал очень хорошую мысль. Говорит, вы знаете, я не удивляюсь, почему, говорит, ослица говорит. Ну почему? Это человек со ослицей разговаривает. Вот это непонятно. Это совсем другое понятие. Понимаете? Начинает бить и не видит, что за этой ослицей стоит ангел Божий с мечом. Поэтому вот я падаю, закрыты мои глаза. Брат, сестра, Давид сказал, я вижу Господа, что? Одесную себя. Одесную – это с правой руки. Одесную. Что ты сегодня видишь? Проблему. Ужасы. Переживания. Господь, где же выход? Где же экзит? Почему я не вижу? А вот причина, говорит Дух Святой. Причина в том, что ты закрыл глаза свои. Потому что мзда неправедная, возможно, ослепила твои глаза. Потому что завистливо око, ты позавидовал безумным. И поэтому зрение уходит, ты не видишь Господа. Господь, большие проблемы, ты видишь проблемы. Господь, я вижу это, ты видишь это. Но почему ты не видишь Господа? Давид сказал, я вижу Господа, одесную себя, и посему не поколеблюсь. Друзья, я просто верю, что в этот вечер Дух Святой желает помазать глаза твои глазную мазью, чтобы видеть. Аминь. Видеть ни ужасы, ни проблемы, ни переживания, ни фьючер ужасный, но видит Господа, который сказал, я оставлю тебя и не покину тебя. Все с вами во все дни жизни до скончания века. Аминь. Это желает видеть Господь от тебя. Поэтому, пожалуйста, сегодня обрати особенное внимание на свое зрение. Бог желает сегодня, чтобы хромлящее не совратилось, но лучше исправилось. Итак, апостол Павел, опасаясь, послание Коринфянам, 2 глава, 2 послание, 12 глава, 20-21 стих пишет, ибо я опасаюсь, чтобы мне не найти вас такими, которым не желаю найти, чтобы у вас не было раздоров, зависти, гнева. Вы знаете, вот эти маленькие пороки были у христиан. Они хвалились дарами. У меня есть на все 9 даров Святого Духа. Аминь. Но Павел, духовный эксперт, пришел, слушайте, вы плотские. Да ты что? Ты что? Что ты говоришь? Гляди, дары, помазание. Вот doesn't matter, что помазание. Все Божьи дары говорят, какой всемогущий, чудесный Бог. Аминь. А ваша жизнь с криками, с обидами, с раздражениями, с завистливым оком говорит, что вы еще младенцы. Аминь. Поэтому большие вещи духовным языком вы не можете говорить. Вас никто не поймет, и вы не можете понять. Поэтому проверь сегодня, брат. Помимо того, что ты говоришь на иных языках, имеешь какие-то Божьи дары, скажи сегодня, испытывайте себя, вникайте в себя. Скажи, есть ли у тебя где-то там внутри это горькая зависть, горькая. Почему она горькая? Потому что плоды ее очень горькие. Очень горькие плоды. Вот это мало, эта мина замедленно действует, она взорвется, она принесет в нехорошее состояние твой дом и твою семью и принесет много проблем. И апостол Павел говорит, вы плотские, вы младенцы во Христе Иисусе, потому что между вами есть зависть, споры и разногласия. Давайте посмотрим еще одно место Священного Писания. 1 Тимофея 6, 4, 5. Написано так. Характеристика или духовный диагноз завистливого человека. Написано, тот ничего не знает, но заряжен к страстью, к состязаниям, словопрениям, от которых происходит зависть, распри, лукавые подозрения. Люди с поврежденным умом, удаляйся таковых. Итак, апостол Павел говорит, слушайте, друзья, можно хвалиться, можно быть себя вбить в грудь и говорить, я духовный, я уже большой эксперт на семье, я уже давно в церковь хожу, я уже старейшина в церкви. Но вы знаете, это роли не играет. Апостол Павел дает правильную оценку, слушайте внимательно. У тебя проблема с разумом. Написано, поврежденный ум. Почему? Потому что в сердце есть зависть. И вот эта горькая зависть, она приведет тебя в нехорошее положение. Таких людей, что делай? Удаляйся. Поэтому послушай внимательно. Брат, сестра, если сегодня ты дружишь с тем человеком, у которого большое завистливое око, который сердце, слушайте, у него этого есть, у нас нету. Этот человек продвигается, у меня нету. Этому человеку любовь оказывает, а мне нет. И тогда и постоянно тебя грузит. И постоянно, вы знаете, тебя идет, знаете, вот вызывает на такой ажиотаж нехороший. Такого человека что? Библия говорит, удаляйся, удались. Почему? Худые сообщества развращают что?
добрая, ты был спокойный, ты был хороший, добрый, приветливый. Но когда ты подружишься с этим человеком, у которого большое, завистливое око, ты сам будешь завистливый. Это проблема. Кто кем побежден, тот тому и раб. Поэтому проверь, брат, сестра, если сегодня это в сердце есть, это большая проблема. Итак, Галатам 6:26. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу что? Завидовать. Итак, не будем. Поэтому, друзья, Библия учит нас, чтобы мы это не делали. Итак, сегодня мы очень коротко поговорили о раскаленной стреле. Это последняя, пятая стрела, о которой мы сегодня говорим. Это раскаленная стрела лукавого. Она, возможно, уже прошла тебя. И я хочу сказать, знаете, яблоко от яблони недалеко. Папа, проверь сегодня, мама. Может, сегодня, знаете, она, ты сидишь. Я как-то говорил, Господь, я не понимаю, почему, и когда Елисей пришел, и Господь просто проговорил ему сердце, что все Божьи люди, они физически, возможно, с каким-то отклонением. Апостол Павел пришел к Галатам, помните, говорит, они, слушай, ты в послании строг, а в личном присутствии ты незначительный. Помните, почему? Потому что предание, что, возможно, слезились глаза, возможно, еще какие-то были недостатки у него. И поэтому в самом Христе написано, не было ни вида, ни величия, который бы привлекал, что он нас к себе. Он не было вида и величия. И Елисей был плешивый человек. И поэтому, знаете, я представляю, когда родители приходили, говорили, слушай, что это этот плешивый? И знаете, и они обзывали его. И они говорили эти вещи за столом. И дети слушали, и мотали это на ус себе. Мне того, чтобы сказали, слушайте, прекращайте это дальше, знаете, они дозволяли эту, дозволенность была, своя дозволенность такая. И пришло время, когда дети приняли эту информацию, родители дали им отравленную пищу, когда ели пищу, когда говорили, вы знаете, среди них шел разговор, и они Елисея называли плешивым человеком. И вот, а Бог говорит, слушайте внимательно, не прикасайтесь к помазанникам моим, и пророкам им не делайте что? Зла. Мы же не били, вы говорили не так верно о нем, вы словесно говорили, и когда дети вышли, это бунтари были. И знаете, они начали говорить, плешивый, плешивый, плешивый. И знаете, Елисей, я уверен, это святой человек. Он бы никогда что-то не сделал. Но за его плечами стоял Господь. Он исполняет свою, он дал инструкцию. Он провел линию, сказал, слушай, вот эту линию, no over, не перешагивай, не прикасайтесь к помазанникам моим. И пророкам им не делайте зла, не делайте, не говори плохого. И когда они перешагнули, они пошли под проклятие. И откуда ни возьмись, две медведицы пришли, 42 человека погибло. Почему? Потому что зависть. Вы знаете, почему Бог такого человека использует? Плешиво. Чего нет красивых? Чего нет тем мудрых? Почему он такого человека незрачного нашел? И так дальше. Кто он такой? Плешивый. Они его отвергали. Они его унижали. Вы знаете, почему? Зависть была. Помазание. Дух Божий был на нем. Может, сегодня ты, брат, сестра, какого-то пастора или служителя, или какого-либо человека Божия унижаешь в своих глазах, или осуждаешь, и потому твои дети, когда ты пьешь кофе, ты кого-то осуждаешь, и они слышат информацию, и они перестали идти в церковь. Братья, сестры, помолитесь за моих детей. Почему? Бесполезно. Ты посеял какие-то нехорошие семена в сердце, где горькая зависть, там сварливость и неустройство, и все худое. Поэтому проблема не в Боге. Проблема не в церкви, а проблема то, что ты своими устами их отверг. Ты сеял семена, и поэтому сегодня нужно совершить глубокое покаяние. Весь народ скажет аминь. Так бывает. Поэтому сегодня, друзья, мы должны предостеречь. Поэтому очень важно дьявол сегодня стрелять. Пойми правильно, он знает тебя, что ты на блуд не пойдешь, на пьянку не пойдешь, на воровство не пройдешь, какой-нибудь криминал тяжелый, большой не пойдешь. Он знает, что ты боишься. Знаете, но на мелочах говорит уста. Вы знаете, иметь зависть, иметь сварливость, какого-то неустройства, говорить какие-то плохие вещи, вы знаете, ты можешь, и он поражает тебя. Поражает не только тебя, но и твоих детей через свои уста, через негативную информацию ты говоришь, и вот это горькие семена зависти, они приходят в эти сердца. И знаете, это проблема. Поэтому, друзья, мы будем идти к молитве. Я просто знаю, что Дух Святой на этом месте сейчас. Я прежде всего бы хотел, чтобы мы помолились Господу. Очень важно. Господь говорит, я советую тебе купить у меня золото огнем очищено, чтобы тебе обогатиться. И белую одежду одень, чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы что? Видеть. Ты скажешь, Господь, с одеждой все нормально у меня, Господь. Я знаю, куда я иду, я знаю, как хожу. Благословен ты, да будет так. Скажи, пожалуйста, а как насчет глазной мази? Что ты видишь у меня проблемы? Друзья,
Давид сказал: «Господи, доброму разумению и ведению научи меня». Друзья, мне просто больно, что была конференция, когда приезжала здесь группа людей, которые говорили, которые учили нас, что сегодня пришло время, вы знаете, молитвенно подниматься. И знаете, очень мало людей пришли на эту конференцию. Почему? Проигнорировали. Почему? Потому что, друзья, это очень важно. Бог дает. И поэтому я знаю, что будут удары, будут проблемы. И поэтому сегодня, друзья, я приглашаю всех к молитве. Советую тебе купить у меня золото огнем очищено, чтобы обогатиться. И глазную мазью помажь глаза, чтобы видеть. Я знаю, что Дух Святой на этом месте. Давайте, пожалуйста, поднимемся на наши ноги. Дух Святой сейчас на этом месте. Аллилуйя. Он сегодня хочет помазать тебя. И твои глаза глазную мазью, чтобы ты видел. Чтобы ты видел не просто Павла. Как некогда сказал Господь: «Я знаю этого человека». Но Бог говорит: «Нет, он мой избранный сосуд». Может, ты сегодня видишь сестру или брата, но ты не знаешь, что ты из Божий избранный сосуд. Не надо командовать Богу, кого он избирает, кого он поставляет. Может, человек плешивый, может, человек ничего не значащий. И поэтому, знаете, будет слушать твои мысли, это не мои мысли. Ты своими мыслями можешь грешить, ты можешь ставить семью под удар. Ты сегодня, у тебя завистливо око, ты сегодня завидуешь того, кого Бог благословляет. Тот, кто преуспевает в деле Господнем, кто много жертв, что-то делает для Бога. О, и так дальше. Твое завистливое око. Почему? Потому что у своей семьи неразбериха. Потому что в своей семье не устроится. Ты хочешь какие-то большие вещи делать. Нет. Бог говорит: слушай, научись управлять собственным домом. Поэтому надо покаяться с себя. Аминь. Надо начать с своего дома, со своей жены, со своих детей. Сказать: Господь, я и весь мой дом, мы будем служить Господу. Господь, я прошу тебя сегодня, вытащи бревно своего глаза. Господь, как много проблем. Я сегодня вижу, там недостаток. И там. Господь, вот не это doesn't matter. Не переживай об этом. Твоя задача сегодня попросить, чтобы Дух Святой вытащил большое бревно в твоем глазе, чтобы ты не видел человека, но видел Господа. Поэтому сегодня, брат, сестра, у тебя много проблем, много нужд. И будь я готов решить их, но прежде всего, я хочу, чтобы твои глаза были восстановлены. Что, брат, сестра, ты сегодня видишь? What you looking? Что ты видишь сегодня? Смотри, что? И когда ты видишь проблему, нужду, Господь, вижу эту проблему. О, Господь, вижу это. Ты не туда смотришь. Не туда. Помыслите о претерпевшем. Взгляните на претерпевшего над собой такое поругание. На него посмотрите. Он есть источник жизни. Это Господь. И потому, если ты сегодня не видишь, брат, сестра, Господа одесную, я не знаю, может, за неправильно ослепило тебе глаза. Может, горькая зависть. Может, еще какой-то гнев ослепил твои глаза. Я бы не хотел, чтобы бессловесно слиться, чтобы кар-экзидент, чтобы большие проблемы тебя останавливали. И Бог говорит: слушай, через эту проблему говорю тебе, остановись сегодня, покайся, перестань судить, перестань завидовать, перестань делать зло, перестань, стоп! Не делай этого. Я просто верю, я чувствую помазание Божие здесь сегодня. Аллилуйя. Спасибо тебе, Дух Святой, Он пришел. Я просто знаю, что сегодня Он готов кого-то освободить, кому-то помазать глазную мазью глаза, чтобы ты видел. И после этой молитвы ты пойдешь, как Павел был три дня слепой, ничего не видел. Но пришло время, пришло прозрение. На него была возложена рука Анания. Прозри, брат Савл, прощаю тебе грехи. Бог дает тебе новый путь. И он пошел. Аллилуйя. Сегодня Бог желает сегодня помазать глаза твои. Глазом мажу, чтобы ты видел путь, дорогу. И не переживал, не бегал за теми и с другими. Сказал: Господь, а я знаю, жив мой Искупитель. А я знаю, что Бог поведет меня своим путем. Я знаю, Он приглашает меня.